Представляю вам котел автоматический Cobra Bittern. Это у нас хром версия. Бункер с большой загрузкой, 350 килограмм. Шнек тут польский у нас стоит, Panzer Pol. Редуктор итальянский, двигатель на редукторе Bessel немецкий. Котел примерно работает от одной загрузки от 3 дней до недели. Здесь у нас поворотная ретортная горелка, что позволяет топить даже не пыль до 30%. Ставки из нержавейки, самозажимные ручки. Вот такие очень хорошие регулируемые шарниры. Тоже польские. Котел аккуратный. Если будет отсутствовать долгое время свет или какой-то аварийной ситуации, котел может работать и с обычными колосниками. Там есть место под колосники, можно поставить колосники, дрова и любой вид топлива использовать. Ящик для сбора золы. Его, такой он большой, его хватает примерно на один бункер. Получается, затопив один раз котел осенью, можно до самой весны только подкидывать уголь в бункер и вытаскивать золу примерно раз в неделю из ящика. Также он укомплектован погодным датчиком и комнатным термостатом. Еще одно преимущество наших котлов, то что имеются места под тены. Сейчас покажу бункер сам. Ах, надо подсветить, не видно. Ну, в общем, вот такой вот котел, хром версия. Вот места под тены. Также можно установить бункер с левой и с правой стороны. Имеются все защиты. В общем, рекомендую.